Ест. А теперь для чего это все? Значит, смотрите. Для того, чтобы нам в бакасане начать работать над выпрямлением ноги вперед, нам нужно будет срабатывать с ногой именно в этом ракурсе немножко. Оп, выше. Вот нога разошлась. Вот она сработала. Вот она ушла вперед. Вот, вот. И вот она дальше, если она снимается. То есть для того, чтобы нога работала вперед, вам нужно чуть сместить с одной стороны нагрузку на другую руку, а с другой стороны разгрузить место касания. То есть, чтобы у вас не было 50% веса приложено сюда, и вы тут крутили ногой на руке, потому что это тяжело. И теперь вы пробуете. Ушли, приподняли, сработали, как оно? А это вы как бы разгружаете руку. А потом вот перенесли, и вот нога вышла, вышли, вышли, ставили. Зрозуміло, да? То есть мы с этим выпрямлением в среду работали, помните? Не просто нога, да, опа. И дальше держи и пробуй выпрямить руки в локтях. То есть как минимум по подразделениям, да, как там шаг, значит, типа в армии. То есть вы встали, перенесли, нога пошла, пошла нога. Супинацию, выпрямление, удержание, допустим, здесь цикл дыхания и удержание на прямых руках. Дальше опять возврат, раз, нога, смотрите, вот убирается, шасси, оба она, здесь она бронируется и вставляется. Потому что биомеханически она тут идет прямо и дальше она уже упирается в клин. Ее нужно развернуть, чтобы она легла на локоть уже вот в этом положении, в положении близком к полу пауку, бабочки. То есть она стоит не на колени, а она стоит проксимальный связок подколенных сухожилий. Полусухожильное, двуглавое, полусухожильное, полуперекончатое. Опора. Не на, именно чуть проксимальнее сюда. Иначе вам будет больно. Ну и резко вы будете тереть сухожилиями по локтю. Можете вот так, как Евгений Яковлевич, тоже вот еще подход, да? Смотрите, как убрать ногу отсюда. Второй вариант еще показывал, да? Показывал. Вот вы стоите, вы уходите в бегуна, только ногу выставляете не традиционно так, а выставляете ногу пяточкой за пальчиками. Вот выставляете. И здесь вы уже рукой определяете место опоры. Вот оно. Видите где? Вот место опоры. Ни в коем разе не вот. Не на сухожилии, а вот. Вот это точка опоры. И дальше вы пробуете эту ногу увести назад. Создали нагрузку. Ну сначала, если тяжело так стоять, вот создали нагрузку. Тут, кстати, и выход вишвамитраса. Ну, смотрите, раз нога, вот она лежит. Та же бакасана. Теперь для того, чтобы убрать ногу. Если вы согнете, вот она уперлась, да? Значит, для того, чтобы она убиралась, она должна что делать? Пронироваться.
опронируется она в некотором роде и удерживается здесь. Смотрите, опа, и тут вам понадобится ощущение вот этой штуки. Вот оно было, и вот здесь эта штука сработала. А теперь нога убралась. Вот попробуйте его на одну, на вторую ногу. С наклонного упора. То есть бегун с ногой выставленной вперед. Встали. Вот, зашли. Расположили. Расположили. Вот мы стоим. За пальчиками. Потом будет выход паука именно через это практически. И нашли точку, где вы можете опереться. Тяжело, опустили колено. И вот в этой точке вы уже безопасно работаете с ногой. Вывесили ногу. Вишевая витрасана, выходить не будем. И здесь нужно ногу убрать. Смотрите, как вы убираете. Выключаете. Опа! И опа. Точно выпрямление идет. Смотрите. Оп и оп. Видно? Подход туда-назад. А ногу за руку выставишь сейчас. Пробуй. То есть вот поочередно. Поставил его нормально. Есть. Хорошо. Подними сначала ногу. Выпрями. Хорошо. А теперь присядь. И выпрямляй ногу. Еще, все. Еще. Хорошо. Теперь сгибай ногу. Убирай. Все. Выпрямляй. Став. Видишь, слетел ты с этой точки. Значит, не та точка была. Ниже надо, почти в четуранге. Здесь почему четуранга? Вы стоите почти все время, вот эта четуранга, она вас держит. Как только вы руки вот так вот поставили, ваши ноги начинают сваливаться и так далее. Вы же держите на руке. И в ней надо работать. Вот оно дальше идет продолжение все время. За. Значит, руки близко поставила. За ногу. Ногу за ладошку сразу закидываю. А теперь руку подставляй под комфортно за пятку. За пятку подставляю руку пальчиками. Все. Теперь работай. Пробуй выпрямить ногу. О, хорошо. А теперь убирай. Вот той мышцы, видишь, у тебя включилась, собралась, шасси убралась, нога ушла. На другую ногу. Что, тяжело? Дыхалка? Ну, а что вы думаете? На другую ногу, за ногу, заставила. Угу. Оп, вот, ну, Галя делает. Раз, она отработала. То есть вот эта мышца, она здесь очень функциональна. Вы сразу будете чувствовать, как вот это вот движение. То есть прямая нога не катит, она просто... Ну, пробуй. Ну, голову поставь на пол. Выпрямляй ногу. Есть. А для того, чтобы дальше выпрямить, ее нужно что? Развернуть носочком вверх. Доворачивай носочком вверх. Выпрямляй, да? Носочком вверх, вот так. Вот ты был в этом положении, да, голову поставил. Вот ты в этом. Смотри, у тебя нога уходит. Дальше она не идет. Что надо сделать? Вот развернул. А, это вот там козу надо. Ну так а я для чего вот эту штуку показывал? Да. С этой ш... Ну это ж пока дойдет. Для чего? Я вам показал, чтобы вы чувствовали, чем работать здесь, чем. Туда сигнал долго идет. Есть. А теперь той штукой дорабатываем. Не, ее нету, поэтому и не получается. Получается? Ну, наконец-то она прочувствовалась. И с ней срабатываем. Оба. Вот она работает. Смотрите, вот она работает и вот она. Вот. Вот здесь. И удерживает. Привет офисному креслу. М? Привет офисному креслу. О, да, это очень полезно, кстати, для того, чтобы есть, хорошо. Опусти носочек чуть-чуть, чтобы тебя не сваливало. Потом ты научишь. Опусти носочек. Есть. И попробуй выпрямить руки. В
выпрямить руки, запястья качаются. Так, хорошо. Догнали в некотором роде. То есть вот эта штука, можно ее, можно сказать, что она является неким, некой подготовкой к тому, что мы дальше попробуем сделать.